На заводах массового производства широко применяют многошпиндельные токарные полуавтоматы и автоматы. Они производительнее одношпиндельных и позволяют обрабатывать сложные детали. Эти станки делятся на горизонтальные. В них шпиндели размещены в блоке горизонтально. И вертикальные, в которых шпиндели установлены вертикально в столе. Принцип действия многошпиндельных токарных станков может быть последовательным, параллельным и параллельно последовательным. В станках последовательного действия шпиндельный блок или стол поворачивается на одну позицию. Каждая рабочая позиция оснащена разными комплектами инструментов для последовательной обработки заготовок. Чем больше позиций в станке, тем более сложные детали можно на нем изготовить. В четырехшпиндельном станке 4 позиции. Посмотрите план обработки деталей. Это зацентровка с подрезкой торца. Сверление с продольной обточкой. Проточка канавки. И отрезка. В шестишпиндельном станке 6 позиций. Число режущих инструментов, как вы видите, здесь больше. Восьмишпиндельный станок имеет 8 позиций. На нем изготавливают наиболее сложные детали. Обработка их обычно требует большого числа последовательных операций. Они выполняются различными инструментами. За каждый поворот шпиндельного блока или стола на одну позицию снимается обработанная деталь. В загрузочной позиции автомата производится отрезка детали и подача прутка. В загрузочной позиции полуавтомата шпиндель автоматически останавливается. Рабочий снимает деталь и закрепляет в патроне новую заготовку. Несложные детали можно обрабатывать с поворотом шпиндельного блока или стола на две позиции. При каждом повороте со станка снимают две детали, так как деталь обрабатывается на половинном числе позиций. Таким образом, одинаковыми инструментами одновременно обрабатывают две детали. Такой принцип работы станка называют параллельно-последовательным. Он используется как в горизонтальных, так и вертикальных полуавтоматах и автоматах. Для изготовления простых деталей применяют автоматы параллельного действия. Вот один из них – четырехшпиндельный фасонно-отрезной станок. На каждом шпинделе этого станка параллельно обрабатывают одинаковые детали. За один цикл заканчивается обработка четырех деталей. После их отрезки подаются прутки для дальнейшей работы. К станкам параллельного действия относятся также роторные полуавтоматы и автоматы. Их иногда называют станками непрерывного действия. В них ротор со шпинделями вращается непрерывно. В зоне разгрузки и загрузки роторного полуавтомата рабочий должен снять обработанную деталь и закрепить новую заготовку. Если остановить ротор,
Там можно увидеть, что детали на каждом из шпинделей находятся в разных стадиях обработки. За время одного оборота ротора происходит полная обработка деталей на каждом шпинделе. На многошпиндельных станках детали обрабатываются различными режущими инструментами. Инструменты центрального продольного суппорта выполняют внутреннюю расточку. Наружную обточку. Нарезание резьбы. Сверление. И другие виды обработки. На поперечных суппортах расположены державки для фасонных, подрезных и отрезных резцов. Соосно с рабочими шпинделями на продольном суппорте устанавливают инструментальные шпиндели. Скорость вращения их может отличаться от скорости вращения обрабатываемой детали. Если при сверлении отверстия большого диаметра сверло не вращается, то для сверления отверстий малого диаметра инструментальный шпиндель получает вращение навстречу рабочему шпинделю. При развертывании инструментальный шпиндель вращается в том же направлении, что и рабочий, но с несколько меньшей скоростью. Заготовки в виде труб большого диаметра обрабатывают на тяжелых горизонтальных токарных автоматах. Это четырехшпиндельный автомат последовательного действия. Трубы загружаются механически. А затем зажимаются цанговым патроном с гидравлическим приводом. После этого они обрабатываются. Показанные нами станки являются станками общего назначения. Кроме них в промышленности работают и специальные станки. Перед вами двухсторонний восьмишпиндельный токарный автомат для обработки колец подшипников. Он представляет собой как бы два четырехшпиндельных автомата, установленных друг против друга на одной станине. Частичная обработка колец выполняется группой шпинделей справа. После чего кольца передаются на другую сторону станка, где заканчивается их токарная обработка. Правильный технологический процесс обработки, выбор рациональных режимов резания обеспечивает высокую эффективность многошпиндельных станков. На копировальных полуавтоматах основной контур деталей обтачивается одним резцом копировального суппорта, который воспроизводит на ней профиль шаблона. Узкие канавки и глубокие прорези протачиваются резцами подрезных поперечных суппортов. Полуавтоматы могут иметь механический привод в виде распределительного вала с кулачковыми механизмами. Или гидравлическую систему привода и управления. В токарных полуавтоматах, как и в других станках,
Привод осуществляется от электродвигателя. При включении главной фрикционной муфты вращение через клиноременную передачу и коробку скоростей передается шпинделю. В коробке скоростей имеются постоянные зубчатые колеса и одна пара сменных, которая позволяет настроить заданное число оборотов шпинделя в минуту. Суппорты, закрепленные на штангах, получают движение от кулачкового барабана распределительного вала. При продольной подаче передний суппорт перемещается вместе со штангой. Поперечная подача суппорта совершается при помощи наклонной плоскости копира, по которой скользит башмак. При этом суппорт вместе со штангой поворачивается вокруг ее оси. Происходит врезание или отвод резцов. Резцами заднего поперечного суппорта обычно подрезают торцы или вытачивают канавки. Задний суппорт получает движение только от копира, закрепленного на каретке. За один оборот распределительного вала совершается полный цикл всех движений. Рабочие ходы суппортов осуществляются при медленном вращении распределительного вала, которое он получает от шпинделя по кинематической цепи со сменными колесами. Вспомогательные движения производятся при быстром вращении распределительного вала по постоянной цепи, которая включается муфтой быстрого хода. Храповой обгонный механизм обеспечивает включение и выключение быстрого хода без отключения цепи рабочей подачи. При продольном точении с косым врезанием палец каретки переднего суппорта находится на скосе копира. С выходом пальца на горизонтальную поверхность копира обтачивается цилиндрическая поверхность. Для отвода резцов от обработанной поверхности направляющие каретки устанавливают под углом. Цикл движений суппортов осуществляется по мере вращения кулачкового барабана и состоит из быстрого подвода переднего суппорта, врезания, рабочих подач, быстрого отвода резцов от обработанной детали и возвращения суппортов в исходное положение. Новым полуавтоматом является модель MR-505, предназначенная для обработки в патроне колец шариковых и роликовых подшипников. Привод шпинделя также осуществляется от электродвигателя через коробку скоростей с двойным блоком и парой сменных зубчатых колес. Полуавтомат имеет три суппорта. Задний поперечный, центральный расточный, передний продольный. Ползун продольного суппорта перемещается перпендикулярно оси станка от копирной линейки.
Каждый суппорт приводится в движение цилиндрическим кулачком распределительного вала. При одновременном перемещении продольного суппорта от кулачков и копирной линейки резец движется под углом к оси станка, обтачивая конусную поверхность. Рабочие движения суппортов кинематически связаны с вращением шпинделя через цепную передачу и две пары сменных зубчатых колес. Первой парой сменных колес настраивают заданную величину подачи поперечного суппорта. Второй парой величину подачи продольного и расточного суппортов. Быстрое перемещение суппортов осуществляется с помощью отдельных электродвигателей. Муфты обгона позволяют без выключения кулачковых муфт рабочей подачи сообщать распределительному валу быстрое вращение. Выключают кулачковые муфты рабочей подачи при наладке станка. Управление автоматическим циклом движения поперечного суппорта и выключение главного привода производится кулачками диска распределительного вала и конечными выключателями. Аналогично управление движениями расточного и продольного суппортов. Копировальные полуавтоматы типа 1722К предназначены для обработки основного профиля деталей по копиру. Шпиндель станка получает вращение от электродвигателя через клиноременную передачу и коробку скоростей. Переключением зубчатых блоков и перестановкой сменных колес коробка скоростей настраивается на заданное число оборотов шпинделя в минуту. Горизонтальные полуавтоматы отличаются от прутковых автоматов в основном конструкцией узла рабочего шпинделя. Снятие обработанных деталей и загрузка заготовок вручную требует остановки шпинделя в загрузочной позиции. Для этого на каждом рабочем шпинделе полуавтомата имеется гидравлический цилиндр и две фрикционные муфты, приводная и тормозная. Зажимный патрон соединен тягой с поршнем гидравлического цилиндра. Когда деталь приходит в загрузочную позицию, масло идет на слив. Цилиндр движется влево на тормоз. Шпиндель останавливается. Затем происходит разжим цанги. Обработанная деталь снимается. Новая заготовка зажимается сначала пружиной, а потом давлением масла. Приводная муфта включает шпиндель. Теперь познакомимся с вертикальными полуавтоматами на примере станка модели 1282. Наверху станка расположен электродвигатель главного привода. Ниже находится колонна с суппортами, стол с восемью шпинделями
и основание станка. В загрузочной позиции обработанную деталь снимают и закрепляют в патроне шпинделя новую заготовку. В рабочих позициях заготовка обрабатывается инструментами суппортов. Суппорты перемещаются в продольном направлении, в поперечном и под углом к оси шпинделя. Шпиндели получают вращение от электродвигателя через вертикальный вал и зубчатые колеса. Число оборотов каждого шпинделя настраивают независимо сменными зубчатыми колесами. Стол со шпинделями поворачивается кривошипно-шатунным механизмом, который получает движение от центрального управляющего вала. Скользящая шестерня при этом автоматически выводится из зацепления. Стол поворачивается. Рабочая подача суппортов выполняется от червячных передач и сменных зубчатых колес цилиндрическими кулачками. За один оборот стола заготовка, установленная в патроне, полностью обрабатывается. Цикл обработки деталей на многошпиндельных полуавтоматах автоматизирован. И только снятие обработанных деталей и установка заготовок выполняется вручную. Но и этот процесс можно автоматизировать, используя автоматические загрузочные устройства. Такое устройство работает на шестишпиндельном полуавтомате модели 1261P. Оно состоит из автооператора, скорость перемещения которого изменяется коробкой управления, магазина и лотков. После поворота шпиндельного блока станок останавливается в загрузочной позиции. Заготовка из магазина выдается отсекателем. Кулачки берут заготовку и переносят ее в патрон шпинделя. В позицию загрузки пришла обработанная деталь. Кулачки захватывают ее и сбрасывают в лоток. Для того, чтобы более внимательно рассмотреть, мы показываем весь цикл работы загрузочного устройства. Перед вами восьмишпиндельный станок модели КА-76 с другим загрузочным устройством. Рабочие шпиндели этого станка во время загрузки не останавливаются. Здесь автооператор работает так. Находящийся внутри шпинделя выталкиватель сбрасывает обработанную деталь в лоток, а поступающая из магазина заготовка задвигается в открытую цангу и обрабатывается. Каждые 3-4 секунды станок выдает две обработанные детали. Применение загрузочных устройств превращает многошпиндельные патронные полуавтоматы в автоматические станки. Они встраиваются в автоматические линии современных заводов.
Широко универсальные станки, предназначенные для фрезерных, расточных и сверлильных работ в условиях единичного производства. Станок имеет поворотную и накладную головки, смонтированные на подвижном хоботе. В хоботе расположена четырехваловая, девятиступенчатая коробка скоростей. Вертикальный шпиндель может быть установлен под любым углом. Наличие горизонтального шпинделя дает возможность использовать этот станок как консольный горизонтально-фрезерный. Наша промышленность выпускает станки повышенной точности для инструментальных работ. Например, станок модели 675. Он имеет горизонтальный шпиндель. При помощи небольшой переналадки на этот же привод можно поставить вертикальную накладную головку. Накладная поворотная головка, которая может быть установлена под необходимым углом, и съемный поворотный стол, который может быть установлен в любой плоскости, делают станок широко универсальным. На таких станках можно выполнять самые разнообразные работы. Применение накладного делительного стола. Быстроходной сверлильной головки и других дополнительных приспособлений позволяет значительно расширить технологические возможности станка. Карусельно-фрезерный станок модели 6М21 имеет круглый стол диаметром 1000 мм. Для закрепления заготовок на столе устанавливают быстродействующее приспособление. Станок имеет два шпинделя для черновой и чистовой обработки заготовок. Поперечные установочные движения стола осуществляются вручную. При помощи ходового винта и гайки. При наладке станка стол получает вращательные движения через червячную передачу. Установочное вертикальное перемещение шпиндельной бабки производится с помощью реечной передачи. Для установки на глубину срезаемого слоя выдвигают сначала черновой шпиндель, а затем чистовой. Регулировка по высоте каждого шпинделя выполняется при помощи зубчатой и реечной передач. При настройке станка на механическую круговую подачу устанавливают сменные шестерни.
Механическую круговую подачу стол получает от электродвигателя мощностью 2,8 кВт. Через червячную передачу, редуктор и сменные шестерни. Круговая подача дает возможность заменять обработанные детали заготовками, не останавливая станка. То есть позволяет перекрывать вспомогательное время машинным. И таким образом сокращать общее время обработки. Более мощным карусельным станком является станок модели 6М23. Его конструкция почти не отличается от устройства станка 6М21. Однако больший диаметр фрез и увеличенные размеры стола позволяют на этом станке обрабатывать более крупные детали. Для обработки деталей с двух торцов применяются станки непрерывного действия, у которых заготовки устанавливают на барабане. Такие станки называются барабанно-фрезерными. Барабан имеет горизонтальную ось и получает вращение от отдельного электродвигателя через зубчатую передачу, гитару сменных зубчатых колес и две червячные передачи. Барабанно-фрезерные станки могут иметь несколько горизонтально расположенных шпинделей для черновой и чистовой обработки. Бабки правой и левой стороны получают движение от отдельных электродвигателей через зубчатый редуктор, гитару сменных шестерен, вертикальный вал и червячную передачу на каждый шпиндель. Настройка на заданное число оборотов шпинделя осуществляется при помощи перестановки сменных шестерен. Этот станок имеет шпиндели, которые приводятся в движение индивидуальными электродвигателями. Для пропуска необрабатываемых выступающих частей заготовки шпиндели отводятся в сторону. Для облегчения труда и повышения производительности станка детали на барабане закрепляются при помощи быстродействующих гидропневматических приспособлений.